Да, это превью я сделала в Инстаграме. Я вам позже об этом расскажу. Первое приложение, которое обязательно, и оно встроено в iOS, это приложение iMovie. Приложение стандартное, естественно, оно бесплатное. Да, оно для андроидов, его нету, но картинка в картинке, там видео в картинке, то есть и еще. Это все обычный редактор. Самое главное то, что он бесплатный и нет внизу вот этого логотипа, который показывает вечно, ну, вот эту фирму продукции. То есть очень бесит это всегда, когда есть этот логотип. Импорт песен, которые вы, допустим, создали в GarageBand или еще где-то, они импортируются в ваши файлы, то есть вы можете потом открывать из импортированной музыки и вставлять это в ваше видео, созданное в iMovie. Ребята, приложение номер два, это FilmMaker, сейчас я вам о нем расскажу подробно, очень крутое приложение. Приложение бесплатное, но оно бесплатное с иконкой внизу, то есть с логотипом. Если вы хотите видео без логотипа, то я вам советую начать пробный период 7 дней, а потом отказаться от подписки. Очень простое приложение, удобно, все можно обрезать, вырезать, накладывать какие-то эффекты. Картинка в картинке, это просто импортируйте любую фотографию, можете выбирать, сколько секунд она будет длиться, прозрачность, непрозрачность, и как она будет выявляться на видео. Далее идет импортированная музыка с авторскими правами. Очень важно, так как вот у меня здесь 4 композиции, у которой авторские права полностью, их нельзя использовать на YouTube, да, не будет монетизации, но как же это сделать? С помощью приложения Download Manager вы можете в веб-поиске ввести любое название к любой композиции абсолютно, скачать ее, там высветится, и она будет у вас в файлах в том приложении, вы можете ее вставить в видео. Текст добавить очень просто, как вы видите, ну, разные шрифты, разные положения текста, и сохранять видео вы тоже сможете в любом количестве кадров, которые вам даны. Приложение номер три, я бы сказала, пункт такой номер три, в него входит два приложения, это LumaFusion и Filmic Pro. Это два очень похожих приложения от Apple, то есть они два платные, я о них не буду очень много рассказывать, потому что они платные, но они стоят тех денег, потому что это действительно редактор как на компьютере. Вы один раз купили и пользуетесь им сколько угодно. Это два таких приложения очень полезные. Четыре. Это Adobe Clip. Adobe Clip очень крутое приложение для создания автоматических видео. Это значит, что вы можете подобрать подборку каких-либо видео из вашего смартфона и просто нажать автоматическое воспроизведение. И у вас под музыку, которая там встроена в этом приложении, вы можете ее выбрать. Под бит этой музыки создано такое видео, очень крутое. Это можно пользоваться этим для влогов, для создания каких-то тоже превью. И помимо этого, конечно же, это обычный видеоредактор, в котором вы можете монтировать видео. Это пятое. То, о чем я вам говорила в начале видео, это Инстаграм. Ребята, Инстаграм. Как вы видите сейчас, да, создание обложек, очень крутых обложек, это очень просто. Просто для использования, easy to use, yes. Вставлять вот эти вот GIF-картинки, которые у нас есть в Инстаграме уже встроены, когда вы делаете stories, это они могут служить нам как наклейки просто для ваших обложек видео. Выбираете любую GIF, вы можете выбрать название, что именно вы хотите, вставить это, заскринить, и, соответственно, у вас уже получилась хорошая обложка для вашего видео. Очень классный способ, очень простой, самое главное, и всем доступный. И все-таки, как же делать превью для видео ваших в Instagram? Это то же самое, что и с GIF. Вы выбираете GIF, допустим, вот YouTube, как я здесь делаю, YouTube, и вставляете в черный или же цветной фон, который вы выбрали, да, вставляете его и
вот такая штука классная получается, и в конце вы сохраняете, это сохраняется у вас как видео 5-секундное, и можете подставить под него любую музыку, и у вас получается такое 5-секундное превью, которое вы можете вставлять абсолютно куда угодно. Идет такие три приложения для создание обложек, для создания интро и для создания шапок для Ютуба. Первое приложение — это PixArt. В чем главная фишка приложения PixArt? Оно умеет накладывать слои друг на друга. То есть это вся работа как в Photoshop. Очень классные шрифты еще мне нравятся в этом приложении. То, что есть шрифты для русских слов и есть вот эти вот какие-то эффекты для самих слов, тени, прозрачность, вот эти всякие классные штуки, которые придают вашей обложке какой-то интерес. Вы можете вырезать любые предметы, вырезать по контуру вашего тела и вставлять в картинку. Идет приложение Canva. Я думаю, что все его знают. Canva — приложение самое, наверное, классное и самое такое яркое для создания шапок Ютуба и обложек. Разнообразные шаблоны и для русскоязычных обложек, и также для англоязычных. И, ребята, еще то, что в этом приложении есть пункт, вот этот вот, есть пункт оформления для Ютуб. Это шаблоны в том расширении, который просят Ютуб для своей шапки. Это 2160 на что-то там, если я не ошибаюсь. Но с недавнего времени Ютуб отменил эту функцию, то есть вы можете вставлять любую картинку в свою шапку, не обязательно в расширении 2160 на что-то там. Но это приложение Canva все еще предоставляет вам такую возможность создать, чтобы без всяких ограничений вы вставили свою шапку красиво. Да, а миниатюра для YouTube — это для обложек. Последние такие два приложения — это IntroMaker, они оба называются так. Да, это в App Store вы найдете. Классные приложения, очень простые, но единственный минус — это вот этот вот логотип внизу, о чем я говорила. Меня очень раздражает это все, поэтому я делаю интро вот в Инстаграме. Кому нравится это все, вы можете скачать, посмотреть. Очень классные шаблоны, музыка. Вы имеете возможность выбрать разные шрифты. Красиво все, очень классно. Вот вам видео, соответственно, показаны примеры, как же я это делаю. Все, ребят, это были все приложения для ютуберов, обязательные, по моему мнению, для меня. И которыми я пользуюсь всегда, когда монтирую видео с этого телефона. Очень полезные. Если я вам помогла хоть чем-то или вы хоть одно приложение для себя нашли, ставьте лайк, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Ребят, я вас всех очень люблю. Все, всех целую. Пока-пока, мои хорошие.